Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я хотел бы озвучить последние новости от администрации Identification. Привет, партнеры! Мы хотели бы сообщить, что руководство компании продолжает заниматься текущими вопросами и хотим поделиться следующими новостями. ID Tokens. Мы завершили работу над White Papers наших криптовалют. Мы постарались обеспечить полное юридическое и экономическое обоснование наших монет. Регистрация в CoinMarketCap будет продолжаться до конца месяца. Те, кто приобрел токены, смогут обменять их на другие фиатные валюты и криптовалюты до конца декабря 2019 года. Участники Eaglebit Trade. Вопреки слухам, компания реализует план компенсации для участников бывшей Eaglebit Trade. Как известно, ID не получал никаких активов от Eaglebit Trade и не несет ответственности по обязательствам Eaglebit Trade. Однако, поскольку мы стараемся в бизнесе следовать принципам гуманизма, мы не могли забыть о всех, кто пострадал в результате недобросовестных действий. Поэтому мы разработали и внедряем план, который позволит участникам бывшей Eaglebit Trade компенсировать свои потери. В частности, в рамках нашей системы мы создали монеты OTC и предоставили возможность заключить с ID контракт и стать членами частного клуба PSC Investments, а также использовать OTC для апгрейда инвестиционных пакетов и дополнительно зарабатывать на росте курса монет. Мы разрешили членам клуба продавать монеты OTC друг другу, тем самым получая доход уже на данном этапе. Даже было снято ограничение в 25%. Мы знаем, что уже сегодня есть участники, которые активно развивают новую команду и практически полностью восстановили свои потери. Мы приложили огромные усилия, чтобы создать новые, устойчивые и прибыльные системы, чтобы создать инновационную компанию, который стремится стать глобальным игроком на рынке. Мы хотим, чтобы компания была устойчивой и не зависела от существующих финансовых интересов, которые часто препятствуют свободному развитию всех людей. Мы объединяем в единую систему экологическое, социальное, инновационное и предпринимательское направление. Мы зарегистрировали юридические лица, получили патенты, приобрели квоты на существующие патенты, приобрели компанию FinTech, реорганизовали дочерние компании, чтобы в ближайшем будущем эти активы могли обеспечить финансовую устойчивость и легальность созданной экосистемы. Мы будем рады предоставить вам полную, подробную, обновленную информацию по итогам работы за год. Вывод средств. Мы стремимся улучшать сроки вывода средств в то время, когда компания сама делает большие инвестиции. Мы планируем постепенно отказаться от использования биткоинов и в дальнейшем использовать наши собственные криптовалюты, обеспеченные реальными активами. Со временем мы хотим внедрить другие средства оплаты и вывода средств, такие как PayPal и кредитные карты, платежи через интернет и платежные терминалы. Все обязательства по своевременной оплате в будущем будут обязательно выполнены. И подпись «Администрация Клаудио, Сандра и Мигель». По последней информации, Мигель Гомес в данный момент находится в Москве и проводит переговоры по деятельности компании на территории России. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.